Дорогие друзья, огромнейший всем привет. Я сегодня сделаю обзорчик на вот такую икру из баклажанов от фирмы «Каждый день». Покупаем ее уже несколько раз, и вот сейчас только руки дотянулись сделать видео. Такая достаточно стандартная непритязательная баночка, 360 грамм. А в Ашане она стоила 33 рубля 78 копеечек, что, в общем-то, достаточно доступно. Давайте посмотрим состав, кто ее производит. Так, у нас здесь обжаренные баклажаны, масло, морковь, лук, томатная паста, сахар, соль, пряности. И на этом все. То есть здесь нет никаких вредных добавок, здесь все натуральное. Что, в общем-то, уже сразу же огромный жирный плюс. Изготовитель — Ладовый край, город Астрахань. Вот. По всей видимости, из местных, наверное, баклажан, из местных продуктов все это делается. Поэтому, наверное, все это и стоит так дешево. Я вообще очень люблю баклажанную икру, но она дорого стоит постоянно. И поэтому редко ее покупаем. Ну что ж, давайте открывать баночку. Баночка, к сожалению, без ключа, то есть открывать придется открывашкой. Но это тоже понятно, потому что это удешевляет продукцию. Ключ, я думаю, сразу прибавляет несколько рублей к стоимости. Поэтому мы не будем на эту тему комплексовать. Так. Открываем. Ну, как обычно, на крышке и сверху есть немножечко, ну, как сказать, окисленная, потемневшая икра. Но это в любой банке, в консервной, это не может быть минусом. Я обычно делаю так вот, короче, просто снимаю верхний слой и куда-то выкидываю. Вот. Это еще с советских времен общепринятая тема. Ничего здесь страшного нет. Я думаю, что любой человек это все видел 1000 раз. Кто-то, может быть, ест, не задумывается. Но я как-то это выкидываю, не люблю. Поставим, уж кот полайкает. Вот. Так, ну, собственно, вот наша икра такого, в общем-то, нормального цвета. Баклажанной икры кабачковой, и запах очень аппетитный. Ну, давайте пробовать. Наложим на хлебушек. Так, наша икра, посмотрим. Запах просто чумовой. Ну что, в общем-то, можно сказать? Вкус на твердую пятерочку. То есть, то, к чему я привык, здесь, в общем-то, все это присутствует. То есть, такой пикантный вкус этой кабачковой, баклажанной икры, с ним путаем. Вот. Хороший запах, хороший вкус. И нет ничего негативного. То есть, за эти деньги здесь, в принципе, вполне все нормальное качество. Можно есть там вот на хлебушек намазал, как закусочку, либо как какой-то, как какая-то заправочка, наверное, банальным там макаронам или гречке, я иногда просто так накладываю, и вот как такая дополнительная закусочка, ты это кушаешь. Ну и сколько, за 30 рублей, почему нет, в принципе. Ничем не хуже какого-то там брендированных там стеклянных банок за закрывашками, за которые мы переплачиваем, естественно. Здесь мы просто такой в простой банке покупаем натуральный продукт, дешевый, доступный, в принципе. Вот третий или четвертый раз я беру вот эту банку. Мы сначала взяли на пробу, мы так кривились, ну типа 30 рублей, что там может быть? Оказывается, здесь вообще все нормально вообще. Нету никакого подвоха нету, знаете, как в тушенке там каждый день еще что-то. Здесь все нормально, то есть твердая пятерочка с плюсом. Я буду покупать это и дальше. Это один из тех продуктов, который я купил, мне понравился, я буду покупать его дальше. Ну, так что вообще просто супер икра, тем более, что я ее очень люблю. Вот. Так что высокая оценка этой икре от каждого дня. Еще осталось попробовать кабачковую, но думаю, тоже, скорее всего, все это хорошего качества. Вот. Ну что же, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзорчики и пока, до новых встреч!